Ну, расследование, затянувшееся с этим Боингом, ну, очень точно сказал Жириновский, поэтому здесь другого мнения быть не может. Подобного рода был случай, когда взорвался в Армавире вагон с взрывчаткой. Он должен был взорваться на 3 минуты позже, потому что там стоял нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище очень много. Если бы он взорвался еще, и так-то там получилось, 400 человек погибло. А если бы он чуть позже взорвался, то там погибло гораздо больше людей. И была бы катастрофа серьезнее. Здесь, да, действительно, его там подбили, а если бы чуть попозже его сбили, он бы уже упал на нашу территорию. Это сказал Жириновский. Это все очень правильно. А то, что его сбили не наши, это очевидно. А то, что это все мракобесие киевское, ну, меня удивляет, как люди еще там не могут, сами люди, разобраться с этим. Я понимаю, что их заблокировали информативно вообще от всего, потому что у меня много, например, музыкантов оттуда, из Донецка, из Луганска. Они, причем они даже были ориентированы сначала совсем наоборот. Потом потихоньку они как-то, инерция еще у людей, а тут идут уже действия. Ну как, если действительно бомбят жилые кварталы? Ну это же ужасно.